родственничка, красавица. Пришли опять в поход, где мы были 4 дня назад. И вот что наросло. Но мы ее уже сегодня не оставляем. Она красавица, а я тут ма. Она со всех сторон. Вот это да. У меня здесь в руке точно больше килограмма. Точно. Это не обсуждается. Сейчас посмотрим, сколько будет с одного дерева. Это то, что мы оставили 4 дня назад. Сюда долезть. Мы долезем. Это да. Мы были 24 числа. А сегодня у нас 28. Она даже цвет поменяла, не такая стала. Но она стала намного больше. Красавица! Уши какие! Ну а тут я не знаю, как-нибудь достанем. Гляньте, какая красота! Супер. Ну как сказать, ну грубо, у нас уже ведро есть. Одним словом, нам повезло. Дай Бог и вам пусть так везет. Это то, что мы не пожадничали. А если бы срезали сразу... Так, ну что, Коля, дальше тебе придется ли? Ну ладно. Так уж и быть. Вот так достаются нам грибочки. Не зря я за ними лазила. Оп. Еще одна попытка. Тяжелый женский труд. Две минуты. Остальное достанем. Две минуты. Ведро у нас есть. Остальное еще на дереве. 28 октября.